арбитры. Христос Христодулу из Греции, Борис Шульга из Украины и Петр Пастусяк из Польши. Ваш комментатор на НТВ+, Павел Занозин. Поехали. В синей форме Эфес, в белом Милан. И первый бросок, наверное, до Крстича. Правильно эту атаку провести. Крстич против Сэмюэльса. Скидка хорошая на Эртеля. И попадает. Да, процент очень высокий у Милана. И очень невысокий был. Милан тоже показывает, что сдаваться не собирается. И так уж сразу расступаться перед Эфесом не будет. Быстрый Эртель. Возвращается Регланд. Дэвид Мосс у нас снова вернулся на площадку. Трешка и подбор опять. Опять забирает Анадолу Эфес. Эртель в проходе. Наброс на кольцо. Старается сейчас Милан удерживать преимущество. Не пропускать совсем уж близко Эфес. Эртель, Крстич против Сэмюэльса. Нет. И Милан продолжает держать достаточно комфортный отрыв. Хорош Эртель. Подборы подряд ребята собрали в нападении. Жуть. Просто жуть. Сейчас прибавят все это в статистике, пока не буду оценивать. 3-4 сейчас после этого. Даже нет, 4-4. После этого действия Нандра Крстича. Эртель. Есть заслон. Есть проход, есть попадание. 50-55. Вот и съели почти все преимущество соперника. 10 у Хекета, 14 у Сэмюэльса. Три человека в составе Милана играют сегодня классно. Ну а в составе Маршон Брукс. Давненько не виделись. Маршон не забивает. Мелли не добавляет. Шарич подбирает. Есть шанс у Эфеса совсем на расстоянии вытянутого пальца подойти к сопернику. Главное сейчас никуда не лететь. Дрэпер. Эртель, он в форме. Великолепнейший. 3 очка. Томас Эртель. 21 балл всего. 59-56. Сейчас Эфес мертвой хваткой вцепится в соперника. Крстич трехсекундной. Правила нарушены. Милан продолжает мазать раз за разом. А Эфес продолжает попадать. Томас Эртель. Фантастика просто. 6 из 8 трех. Это общаться с арбитрами. Еще 2 из 13. 15%. Кошмар. Эртель, Крстич. Передача хорошая. Крстич забивает. Все. Сейчас каждый опасен в составе Эфеса. Но опаснее всех, конечно же, Эртель. Скидка на Османа. Еще одна результативная передача. И, конечно же, Томас Эртель приводит приговор в исполнение.